Вот посмотрите, я сделала край, вышила край хвостика. Смотрите, я вырезала. И теперь нужно аккуратненько сюда приклеить наш вырезанный хвостик. После начнем заполнять нашу белочку нитками и мулине, возможно, или просто нитками и бисером. Вот смотрите, оттенков очень много. Возьмем этот, вот этот. Еще здесь есть вот такой. Где-то добавлять будем такой оттенок. Поэтому оттенок выбирайте на свое усмотрение. Кому как нравится. Сейчас я приклею. Еще сделаю края, обошью края ушек. Ушки, наверное, будут тоже таким же светло-золотым. Ну, приступаем.